Дорогие друзья, я понял одну истину. Объясняя козлу, что он козел, неожиданно можно выяснить, что он еще и баран. Ира, скажи, только честно, у тебя кто-нибудь был до меня? Петя, ты что, придурок? Посмотри на часы, 5 утра, все еще спят. Родители 30-летней Даши так хотели внуков, что запрещали дочке ночевать дома.